Привет всем, друзья! В этом видео покажу, как сделать простой умывальник на дачу. За основу самоделки я взял металлическую 200-литровую бочку. Предварительно ее нужно помыть и высушить. Также я взял старую раковину. Ее нужно помыть и высушить. Для дезинфекции и удаления ржавых грязных пятен раковину обработал азелитом. Большим количеством воды смыл, и раковина засияла почти как новая. Верхнюю часть бочки топором и кувалдой вырубил. Вырубленную верхнюю часть бочки выкинул, она больше не понадобится. Бочку перевернул вверх дном. Раковину положу на бочку вверх ногами. Маркером снизу раковины вокруг бочки отметить. Раковину перевернуть. Нарисованные линии продублировать на пару сантиметров ближе к внутренней части раковины. Болгаркой по дублированным линиям отрезать. Острые края сточить. Раковину перевернуть и установить в углубление бочки. По линейке вокруг раковины маркером по кантикам бочки сделать метки. Немного отступив от меток к внешней части, по линейке нарисовать квадрат. Нарисованный квадрат болгаркой вырезать. Вырезанный квадрат выкинуть, он больше не понадобится. Раковину примерить. Нужно убедиться, что все подходит. Потом раковину снять. При необходимости верхнюю часть бочки зачистить от ржавчины. Зачищенное место у бочки обезжирить. Верхнюю часть бочки покрасить. Когда краска высохнет, сверху нужно установить раковину. В отверстие у раковины на бочке нужно маркером нарисовать отметку и раковину снять. По отметке просверлить отверстие, ступенчатым сверлом отверстие расширить. На бочку положить раковину вверх ногами. На слив раковины установить канализационные составляющие. Также понадобится шланг в металлической оплетке и пластиковый кран для холодной воды. С крана гайку нужно открутить. Раковину установить на бочку. Кран на раковину сверху установить. Бочку положить на бок. С внутренней части бочки гайку на кран накрутить. Прикрутить шланг в металлической оплетке. С другой стороны шланга в металлической оплетке прикрутить фитинг для пластиковых труб. Бочку поднять. Фитингом соединить пластиковую трубу с водоснабжением. Все шланги спрятать, чтобы не видно было. Пришло время испытаний. Как раз я руки испачкал и нужно помыть их. Получился отличный, красивый и простой умывальник. Для сада и огорода это незаменимая вещь, особенно для дачи. Кому видео понравилось, оцените лайком, не забудьте подписаться.